здорово. Вот и подоспел новый ролик по Dark RP. А где же другие игры, как ты обещал? Я держу обещание, и другая игра будет в следующем ролике. Поэтому, ребята, запасайтесь терпением и ждите новое видео. А пока смотрите то, что выложил. Я записал кучу материала, и я не могу сказать, я записал много материала. Я записал именно кучу говна. Почему так? Сейчас расскажу. Со временем, когда я начал постепенно выкладывать все больше и больше роликов на этот канал, все больше и больше людей начало о нем узнавать. Кто-то, как вы, подписался на канал, ждет новых роликов или же заходит в телегу и общается с подписчиками другими там. Ждет новую музыку из роликов именно в телеге, потому что под видео или же, не знаю, в описании нигде не пишется, какая музыка была использована. Другие же более-менее нейтрально относятся к контенту, который я делаю, и понимают то, что съемки Dark RP и вот это вот все обливание говна всех и вся, кто нарушает правила, не больше, чем просто рофл над какими-то тупыми детьми, которые реально ведут себя так, как ведут на ролике, без всяких наигранностей. Ну и последний тип людей — это самые преданные мои фанаты на самом деле. Без всяких приколов говорю, ребята, привет, спасибо, что смотрите. Упорству этих челиков можно только позавидовать, и это я тоже без единой капли прикола говорю вам. А упорство, ребята, заключается в том, что они из ролика в ролик постоянно пытаются нарушить правила лишь для того, чтобы попасть в видос. И каким образом я это понял? Да таким то, что какой-то челик определенно узнает или же палит берет всем, и потом весь сервак знает, и какие-то люди вроде бы забивают на это, а какие-то нет. И второй тип таких игроков начинает нарочно, намеренно какие-то правила нарушать или же ломать игру, тем самым лишь для того, чтобы попасть в видос. Типа, обратите на меня, пожалуйста, внимание, вот я вот такой вот плохой, вот я тебя 300 раз оскорбил, пожалуйста, давай со мной поругайся, чтобы я попал в видосик, пожалуйста. Я на самом деле, правда, не уловил, когда у меня конкретно видосы по Dark RP стали такой своего рода площадкой для рекламы детей, у которых дефицит внимания жуткий. Я просто, ребят, правда, не понимаю, насколько в жизни все в таком возрасте, тем более, должно быть хреново, что чтобы намеренно искать челика, который снимает видео какие-то по игре, чтобы он тебя просто-напросто пополивал говном. Мне такого никогда в жизни не было, я таких людей не пойму. Я надеюсь, вы тоже не поймете. А те, кто себя узнал в описанных людях, ребят, лечитесь, пожалуйста, обратитесь к родителям, если они у вас есть, конечно. Если они от вас еще не отказались, пожалуйста, обращайтесь. Родители должны помогать своим детям, какими бы они ни были конченными. Ты, тварь, реально, фу на тебя. А как встать Вине. ДПСником? Че? Встать ДПСником? Випку купить. А за что? Оскорбление, гос. Чел, мы с ним корешим, как бы, держу в курсе. Я на камеру. Ну, в любом случае, это оскорбление. Он на моей голове стоял. Он на моей голове стоял, какая тебе разница? Идите быстрее. Это в любом случае. Это оскорбление госсотрудника. Блин, подожди. Бля, пиздец. Блин, надо, короче, пирамидку сделать. Встаньте, у вас сотрудник. У вас сотрудник становится, станьте к стене. Бля, вы что делаете, парни? Смерть. Алло, объясни мне, предъяви мне свои документы. Покажи мне свои документы вначале. Алло, вы меня слышите? Документы мне свои. Окей, хорошо. Бля, какие же бля. Охуенно. Ну кто бы мог подумать, да? Киллы. Че там есть, да, по правилам у нас? Время 13:58, значит, будет у нас криминалабуз. Добрый день, у вас нарушено правило криминалабуз. Бля, подожди, можешь мне свой ранг напомнить? Ранг чисто свой напомнить. Вам не следовало доставать оружие в общественном месте, устраивать там перестрелку. Ранг мне можешь мой свой сказать, пожалуйста? Ранг. Это не относится к ситуации. Это относится, я спросить, потому что ты разбираешь свою жалобу. Это не относится к ситуации. Админ. Админ. Алло, да, я объяснил вам ваше нарушение, вы поняли? Чего? Вы ничего не объясняли сейчас. Ну, я говорил, что вы нарушили криминалабуз, и вам не следовало так делать в общественном месте. А почему вы ставите меня лицом в стенки, игнорируя, типа, ну, игнор РП проявляя? То есть я вам это говорил, не игнор РП, вы оскорбили сотрудника, подождите. И не отзываетесь на приказы. Всего доброго. Подождите, не перебивайте меня, вы же администратор. Почему вы игнорируете РП? Я вам говорил, что я оскорбляю человека, который мне знаком. Вы берете, начинаете лезть,
и потом в итоге получаете. Ну, оскорбляйте его в том месте, как где не услышит плюсом. Другой сотрудник полиции. А вас это как-то волнует? Если один человек оскорбляет другого человека, вы будете лезть к другому человеку? Да, хорошо, у меня прямо тогда вот задание к вам на завтра. А почему вы, кстати, voice модом используете? У меня к вам задание. А зачем задание? Вы юзаете voice мод? Ладно, понял, понял, аргументы кончились, тогда выдаю наказание. Всего доброго. А почему вы voice модом на админке пользуетесь? Иди нахуй. Литрачок. Я вот. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. Это прям... Лицом к стене. Я? Да, вы. Обыск. Понял. К стене. Неподчинение. Да не гони. Да не гони, блядь. Побежал, куда-то спрыгнуть захотел, коллизию забыл выключить, пиздец. Спуститесь к дереву, встаньте лицом. Да пиздец, блядь, да почему именно меня? А их почему отпустили? Ну потому что они пошли домой. Не поворачивались. А, так я не слышал даже. Там музыка была какая-то. Гавис, ты это... Не у меня дома, на компьютере должен был скачать антивирус. Сейчас это мой богатый. Блять. Выйдите оба из машины. Выйдите. Кто? Уберите оружие. Чего такое? Иди гуляй. Куда был? Иди гуляй. Мы договоримся, да? Да. Ага, понятненько. Куда ты лезешь, блядь, с завязанными руками? Неподчинение, нахуй, и угроза жизни. А чё, как с завязанными руками-то в машину садиться нормально, да? За руль. Смотри, на тебя ствол наставили. Ага. Ты достаёшь палку. Так я первый достал. Типа, не боишься? Ну, не бойся, чё. Я тогда свои средства предприму. И, ну вот и всё. Причем тут первый, не первый. Ты её убрал. Оружие. Ну, я понял, то, что угрозами вообще достал ничего не добиться. Палку. Угрозами не добиться ничего. Я тебя убивать не собирался. Ну, так и я тоже. Тогда смысл этих угроз был. По-нормальному показал, чтоб ты ушёл. А ты с завязанными руками в машину пытаешься сесть. Нормально у тебя выходит. Ну, нырпы. Мне как таковой угрозы не представлял. Ну так я не говорю, что ты нарушил какой-то там ФРРП, чтобы там за угрозу предъявлять. Тебя заковали в наручники, ты садишься в машину в них и пытаешься уехать. По-мирному разойтись, это взятку дать мне. Вот, а не стоять стволом светить на улице. У тебя нон-РП, ББ. У тебя ФРРП. Хорошо. Себя тоже посадишь. Все, что вас не устроило, вы можете обжаловать на форуме. Всего доброго. Нахуй ты мой вагончик захватил. Выбора не было, брат. Вот нахуй я эту фотку с вагончиком поставил. Они теперь меня заебывать будут, что я в вагончик переехал, блять. Так, подойди, сядь. Потому что что? А как он типа катится по накату? Тут же на этих машинах. Можно вставать или нет? Можно вставать уже или нет? Полем, ветер пролетал. Полем, криминал тут хуй сосал. Видишь, она пытается мужика себе найти, уже каждого второго лицом к стене ставит. Блять, Вероника, сколько тебе надо объяснять? Не так знакомятся с парнями, ну пиздец. Братан, постой, она не будет бить. Бля, я не знаю, что она вообще будет делать, она непредсказуемая. А может быть... Тем и лучше для тебя, ты же не знаешь, всегда будет что-то новое в отношениях. Остановись, попробуй. Давай, у него, давай, кажется, давай, есть черт, цель, куда он бежит. Он хочет сбежать из города, нахуй. Он сбежал из города, тут какая-то точка, где телепорта находится. Он отсюда просто испарился. Мы не догнали его. Перешел границу. Насильно, так скажешь. Построить лежачий полицейский. Типа, а допустим, кого бить в этот раз? Кого бить в этот раз, командир? Дима Членов, здравствуйте. Такой вопрос. У вас построение, я же правильно понимаю? У нас классный час, у нас классный час, не мешайте, пожалуйста. Выдача премии идет слева направо или справа налево у вас? Сверху вниз вроде. Парни, садитесь. Давай до этого, до центра, давай, до центра, к банку. Классный час закончился, погнали.
По правде говоря, я не совсем понимал на тот момент, почему дед резко ёбнулся башкой во время прогулки по парку и начал меня расстреливать из карманного ружья. Ладно, на самом деле у него была реальная цель. У него был заказ, но это не я. А я мешал выполнению этого заказа. И он решил просто-напросто убрать того, кто ему мешает, а не цель заказа. Логика что-то из разряда «вот думать придумали в 800 году, и вот люди до 800 года наглядно у вас на экране». Внимание! Репорт, меня убили. Репорт, меня убили. Как жалобу отправить? Фрикил. Интересно получилось. Ну ладно, давайте узнаем. Нет, хватит меня! Путин, пожалуйста, помогай! Все таджик бедный, никто не помогает! На таджик деньги нет для купить продукта! Знаете что? Я ебался по жесткому. Не понял. Встаньте к стене лицом. Я не пойму, что с вами. Лицом к стене встаньте. Дай сигарил. Лицом к стене, не вижу, пиздец. Лицом к стене повернитесь назад и пройдите кто, к стене. Кто о чем мне говорит, я нихуя не вижу. А, вот, все. Да. Наконец-то. К стене лицом встаньте. Что? Лицом к стене встаньте, вот туда пройдите как. Ладно, хорошо. Я смотрю вас. Нельзя становиться. Нельзя. Сайга, печенек. Это вообще легально, по-вашему, нет? Лицензия есть? Я запрещаю. Да. Получается, вот недавно с вокзала вышел, чтобы это... У него есть. Оно... Ну так и не купили, видимо, да? С самого начала выдается. Что? Так и не купили, говорю. Получается... Пару секунд. Вы будете арестованы за нелегал. В противном случае не придется применить табельное. Открой наручники. Сейчас отводим вас к мэру, и вы расскажете. А, понятно. Вот, оказывается, где прячется мать Тереза даркэрпэшного разлива. А мы и не думали. Кстати говоря, у этой жалобы абсолютно все шансы были для того, чтобы закончиться тем, что у него не будет никакого наказания. Но, как говорится, в чем я не прав? Чтобы хронометраж не растягивать ролика, то я вас просто-напросто сейчас перекину на саму жалобу. А зачем ты тогда сделал стоп-кадр? Да я на самом деле уже забыл, для чего я его делал. Тем более, я могу сделать стоп-кадр, я могу сделать даже 10 стоп-кадров в одном стоп-кадре, то есть я могу пояснить за пояснялого. Да, я могу так сделать, просто знайте об этом. А теперь переходим на жалобу. Но мне интересно, ты меня по заказу убил или как? Просто ты меня убил возле сцены, и это достаточно людное место. Я сейчас карту гляну тоже, там карта какая-то добавилась. Какое время было? Ты просто мне помешал. Там вроде бы 8, я не помню. Ага. А чем я тебе помешал? Я хотел выполнить заказ, но он стоял там возле меня, смотрел на меня. Так, и? Это не причина убивать человека. Там никого не было. И что? Я ж не являюсь целью заказа. Вы не можете убивать, запугивать и так далее. А, кстати говоря... Свидетелям это правило прописано. Это... он еще, когда за ним гнались люди, он, посмотри, он поменял профессию с киллера на другого еще. А так я бежал, потому что вот так вот, на F4 в меню я бежал, вот так вот на F4. Угу. Вот так, а видишь, тебя к стене, ты зашел в мэрию, в кабинет приемный, и тебя оттуда выгнал, потому что тебя никто туда не пропускал. И после этого я тебе говорю, встать лицом к стене, ты убегаешь, ну, от да, полицейских. Ты выгнал, и я уже на лестнице, на крыльце я уже вот так вот взял F4 меню. Угу. Но ты не слышал, по-твоему, что тебе говорили, да, остановиться? Там не я был один. То есть вы убили его присоединителя, правильно? Потом свою цель... Там не было такого. Там только был я. А, и... так вы его просто убили? Суть такая, то что ну, вот, я ему мешал... Там мешал мне. Да. Выполнить заказ. Выполнить заказ. Но я целью не являлся. А, все, понял, да, это хитмен-абьюз. Еще раз, я там твоего знакомого, получается, с которым вы обдолбались в мэрии,
поставил лицом к стене, обыскал, нашел оружие. И хочу его арестовать за нелегал, а ты его берешь и развязываешь, молча. Зачем? Но ты берешь и развязываешь человека, которого я собираюсь арестовать в мэрии, ну, в банке, в этом здании, и убегаешь. Это номер П? Ну, по всей видимости, да. Не было бы нарушения, мне бы админ сразу сказал. Не, ну если это его друг, то окей. Да я что-то не помню, чтобы они в одной там арге состояли, вот. Арге? Ну, организация. Ну, не обязательно же людям дружить, чтобы они могли без одной. Короче, Олег, получается же, как я понимаю, такое было. Я думаю, это будет логично развязывать своего друга, например, если это у нас активный криминал, он может противоставить как-либо полицейскому одному. А активный криминал, это правильно. Это активный криминал, да, админ? Ну, ОПГ. А, понял. Ну, активный криминал запрещен на территории вот этого банка, по карте, если смотреть. Синяя зона. Так это разве криминальное действие? Разве... Ты говоришь, активный криминал. Я имею в виду, что у него профессия активного криминала, а не действие. Ну, а действие разве не криминальное? Разве человека берут прямо из-под носа у Росгвардии, уводят, пытаются развязать и вмешиваются в процесс задержания. Это как не криминальное действие, по-твоему? А в чем здесь криминал? Вот какая-то статья? Ну вот будут вести преступника какого-то, а я кинусь просто его пытаться разлочить, чтобы он сбежал. И неважно, какое преступление. Ну вот я что, не помешаю никому, никакого закона не нарушу, и меня поблагодарят за это. Ну, это уже верно. Вот. В чем я не прав? Ну, вы, получается, будем прощать данного молодого человека или что? Наказание выдай, да и все. Я готов отсидеть, но, бля, профу терять. О, господи, ты потеряешь профу, которую ты потом возьмешь после наказания. Охуеть. Потеря. Сейчас я вдаю. Бля, че его прощать? У него 1600 часов, он до сих пор правил нахуй не знает. Иди нахуй. Приятная игра. Закрываем? Спасибо, да, спасибо. Я бы сейчас улетел вообще на орбиту после слов, если бы такие были слова, что развязывать преступника при полицейском, который его пытается задержать, это не преступление, а благое дело. Спустись с забора. Бля, ладно. Ладно, арестовывайте, не спорю. Арестовывайте. Надо было просто переждать и все, не более. Не дома в каче. Причину-то хоть назови. Товарищ полицейский. И вы тоже к стенке встанетесь. Пожалуйста, у вас не будет 500 рублей? Нету. К стене встанете. А я только что вышел из вокзала, я не знаю, куда мне идти. На вокзале надо было оставаться. Да я только что узнал, что... Тогда бегом, идет, вот. Бегом ну, идите что, да. На вокзал сейчас обратно и досидите там 10 минут. Да, извините, пожалуйста. Ну, этого чё дергать. Ну, а теперь начинается одна из самых вкусных частей этого ролика. Никакой ругани, каких-то, не знаю, неадекватных детей не будет. Просто будет показана суть того, как используют машины на этом серваке на самом деле. В съемках этого ролика, да и как в остальных, я использовал два аккаунта. Первый был с админкой, если вы могли заметить, я людей сам тэпал, объяснял нарушения и наказывал. В этой же части я сам зову админа и ожидаю принятия жалобы. Не хочу кидать камни в огороды, но скажу сразу то, что жалобы принимали очень долго. Возможно, да, в тот момент, когда я подавал, их было очень много, и некоторые админы просто-напросто не успевали это все обрабатывать, но факт остается фактом. Я ждал около 20 минут, потом мою жалобу все-таки принял админ, и потом дальше движения никакого не пошло, меня так и не тэпнули в админ-зону. Выйди из машины. Ты шо, сука, дурак, блядь? Что ты выйди из машины, что ты делаешь? Идиотина, нахуй. Выйди из машины, блядь. Что ты делаешь, блядь? Выйди из машины. Удобненько. Выйди из машины. Иди штрафуй, ты ж ДПСник. Или кто за капитан? Вот его оштрафуйте, вот этого вот. Кто тут водил хуёво так? Кто боком дал? Да, его оштрафуйте. А как заебали, когда они жалобы примут, я не понимаю. Просто. Ну ебать, ну что это? Машину покиньте, к стене встаньте. К стене. И вы тоже. А можно причину узнать? И вы тоже выйдите. К стене, к стене, к стене. Сейчас. Ну, блядь, ну ёбаный... О,
Вот ну что это, блять, он берет нарочно таранит, там же можно было проехать. Кстати, они все еще не приняли ЖБ, ребят. Че, так много жалоб, я не поверю в это вообще. Ну что это, ебаный в рот, ну просто пиздец. Выйди. Блять, да ну что это за нахуй просто? Ребят, я могу без проблем зайти на аккаунт с админкой, только нюанс в том, что я не смогу показать всю эту хуйню, а меня быстро очень возьмут да спалят, просто потому что любят ребята здесь мешать именно записывать ролик какой-нибудь. Вот чья это машина? Мне бы просто ник узнать. Ага. Что это, блять, было? Второй килл. Без причин. Там еще был третий челик. А когда там РДМ начинается? Трех и более человек без весомой РП причины. Если кто-то не понял до сих пор, что тут происходило, челик взял какую-то машину, а эта машина, кстати говоря, хед-админа, и начал на ней давить всех направо и налево, но в логах пишется как раз таки имя хед-админа того, владельца машины. А сам же хед-админ говорит то, что он на этой машине не ездил, он просто ее заспавнил и забыл про нее. И, видимо, какой-то челик, как он говорит, спиздил ее. И никак ты это не проверишь, не узнаешь. Во-первых, потому что машина тонированная, и не видно, кто конкретно в ней сидит. Хотя бы по модельке можно было бы сузить круг поиска и хотя бы как-то даже догнать до того, кто же был за рулем. Но благодаря тонировке Люмар, это не реклама, узнать личность водителя не представляется возможным. Поэтому предлагаю наградить челика РДМщика на машине премией почетного хуесоса Dark RP. А потом перейдем мы как раз таки к тем, кто гоняет на машинах, нарушая Non-RP Drive. Да, кстати, ребята, Non-RP Drive — это когда вы ездите вот как эта обезьяна на экране, это считается нарушением, там, jail 15-30 минут и так далее. Отлично. Отлично, блять. Ну давайте еще. Давай, давай, давай. Это уже будет пятый килл без причины. И намеренный, причем, ребят, тут никак не оправдаешься. Я уже нашел его имя. Я просто с другого аккаунта зайду с админкой, тэпну ему, скажу, вот у вас мастер ДМ. Мне сейчас кто-нибудь напишет уникум. А нельзя идти поближе к траве? А нельзя нормально машину водить, нет? Или вы реально думаете оправдать чела, который ездит намеренно по пустой дороге? Сука, пустая дорога. Ездит 200 км/ч в час, намеренно сбивая одного и того же челика. Если вы оправдываете такого человека, то у меня для вас плохие новости. Просто смотреть на то, как меня постоянно РДМят, и я ничего не могу с этим сделать, админ тэпнулся, и что-то движения нет никакого. Я уже сказал, чтобы меня тэпнули, но что-то мы до сих пор стоим. И мне просто ники нужны, чтобы потэпать и понаказывать челов. Все, я набрал базу, заебись, мы идем играть дальше. Только теперь за админа. Да, жалоб достаточно дохуя. Плюс еще те, что ждут. Давайте спекнем за вот этим вот челом. Спектейт. Сидит со стволом. Ладно, ладно. Ну, сидит. Ну и пусть сидит. Хуй пися попа. Кто меня тапнул-то? А, добрый день, сейчас я клок уберу. Админ, а что ты делаешь? Я что-то понять-то не могу. А как это так-то? Ну, вы сидите и ничего не делаете, а у вас еще нарушения появились. Вот, сейчас объясню. На вас останавливал росгвардеец с оружием, угрожал вам. И вы сопротивлялись неоднократно. Вот. Это нарушение ФРРП. Стой, подожди. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты меня без... Сейчас, подожди, музыку вру. То есть ты меня без прения телепортируешь с места. А если я, например, кого-то хотел убить сейчас? Типа, ты как минимум нарушил, что у тебя есть-то. На букву П и заканчивается Аметка. Хорошо, если я что-то нарушил, вы можете всегда пожаловать. Почему ты меня тэпнул без разрешения? Я говорю, это если, понятно, если я что-то если нарушил, вы можете на подать жалобу. Или больше, ты нарушаешь. Но это бред, реально. Хорошо. А у вас в итоге выходит ФРРП, получается. Ну, админов не дозваться. Алло, было. Где тот самый разгвардеец? Не слышно. А его не нужно присутствие. У меня демка есть. Чего? Мне уже демку показали. Я сам-то человек-то мне интересно просто. В общем, вердикт такой, у вас идет ФРРП. 40 минут. Отлично.
У вас на NRP-драйв правило нарушено, вы будете за это наказаны. Не знал. Даже о таком... 200 часов. Правили. Ну вот впредь будете знать. Почему он бежит? Да не в этом даже дело. Посередине вы дороги. Летаете, берете по дороге. Просто вот только что вы влетели в тюрьму. Я пытался. Ну чё, блядь, пытался? Ёбаный затормозить. Ага. Ну, ты, блядь, пытался разогнаться. Чё ты пиздишь мне? Не получилось. Ага, ага. NRP-драйв уже есть. Что еще он сделает? Что происходит? Да что за нахер? Я думаю, уже можно тэпать его. Здравствуйте, у вас нарушено правило на NRP-драйв. Так как ездите вы, ездить нельзя. Блять, ну, давай это... Блять, ну типа нет, нет жалобы, нет нарушения. Ты как бы не можешь меня душить. Я никого не сбивал, никому вреда не наносил, блять. Ага, понял. Это короче, поадекватнее чуть. Если вы чем-то недовольны, то прямая дорога писать жалобу на меня с полным описанием ситуации и демкой того, как вы нарушали и как нарушал, по вашему мнению, я. Всего доброго. Черный Саша. Что? Смотрите, вы уезжаете или вы тебя отмечали? Да, сейчас я вопрос просто не задам. Черный Саша, нарушение свое поняли? Чего? Нарушение вы свое поняли? Давай полностью и заново. Хорошо, демку, видимо, включил. Ну, не проблема. В общем, вы летали по городу и ездили так, как ездить по правилам NRP-драйв не допускается. Это нарушение правила NRP-драйв, и вы будете за это наказаны. Все ясно? Прощается, Саша. Ну, молчание — знак согласия, значит, улетаете. NRP-драйв. Было так или нет? Осуждаю. Где этот долбоёб? У вас нарушено правило на NRP-драйв. Здравствуйте. Почему? Ну, вы ездите так, как не предусмотрено правилом на NRP-драйв. В смысле? Я вроде бы нормально ездю. Ну, вы берете, заезжаете, привлекая зачем-то внимание сотрудников на территорию полицейского участка, что... А почему у вас войс? Вы заменяете свой голос? Вы заменяете свой голос? Еще раз, не перебивайте, первое предупреждение вам даю. А вы заезжаете на территорию... А зачем вы... Второе предупреждение, не перебивайте меня, пожалуйста, послушайте. Вы заезжаете на территорию полицейского участка и начинаете включать там музыку, которая провоцирует, и вы это прекрасно осознаете, госсотрудников. Вы катаетесь на территории полицейского участка, что, ну, не совсем нормально и не совсем обоснованно. Для чего? Я друга искал. А вас там трое в машине сидело, а один из них по пути вывалился. Если бы вы были повнимательны, то вы бы это поняли. Искать там друга, ну, не особо будет профитно. В общем, нарушение вы свое поняли, но NRP-драйв. Ну, а вы используете, ну, voice? Вы заменяете свой голос? Я вообще другой вопрос задал, ответьте на него. Вы нарушение свое поняли? Секунду, что еще раз? Я говорю, вы нарушение свое поняли? А может, можно как-нибудь на первый раз меня простить? Да, я сомневаюсь, что это первый раз, с учетом того, пожалуйста, сколько вы играете на сервере. Это первый раз. 400 часов, ну, и в первый раз такое, я особо не верю. Ну, за сегодня первый раз. А, за сегодня? Ну, ничего, ну, тогда посидите, ну, за сегодня тоже в первый раз, видимо. Все бывает в первый раз. Ну, смотрите, просто пойми... Ну, стойте, можете меня выслушать, пожалуйста? Получается, ну, суета в голову ударила, вот. И вот, ну, как бы, вот, решил посуетить, вот. Я и... понял. Я хотел, но не хотел. Я понимаю, Евгений. Понимаете, у нас администрация занимается вот контролем нарушителей, но медицинские услуги мы не предоставляем, поэтому можете обратиться в ближайшее ЦГБ в вашем городе и там эту проблему решить. Ну, суета на какое ЦГБ, блин? Ну, понимаете, суета на Ну, вы мне симптомы описываете. В общем, какая претензия?
нельзя. Я его потом уже откину. А почему вы. Используете? Почему вы свой голос заменяете? Моточек, можете себе адекватно вести на разборках? Просто. Ну просто вот суета, понимаете, напала. Кто суета? Вы неадекватно себя ведете, молодой человек. Вот, в общем-то, суета напала. И как, подождите, как бы решил вот так вот А я давал уже два предупреждения ему. Пожалуйста, подождите. Что он там нарушил, по-вашему, так сказать, вертикал? Non-RP-драйв, он заехал на территорию ПУ, начал там кататься, разворачиваться с бас-бустедом и агрить на себя полицейских тем самым. Потом он выезжал, и друзьям говорит, типа, бля, едем, что-то типа такого. Это динамики машины. Ну, хуёвые динамики достаточно. Это динамики машины были. Почему? Ну, плохо с Non-RP-драйвом с вами согласен, если вот вы говорите за музыку, то тогда может быть нарушением мьюзик, если там прям дисциплина. Да не, ну музыка так, это прошу, такое. В последний раз не перебивать, второго раза больше не буду. Музыка это такое. Ну да, хорошо. Типа машину залез, музыку включил, ну а типа зачем заезжать на территорию ПУ с ней и вот так вот привлекать внимание? Смысл? Суета напала, понимаете? Посуетить хотя бы так чисто. Угу. И этим вы в очередной раз подтверждаете, понимаете? Что вам нужно не на Dark RP, а к врачу скорее. А вы 60 часов играете, вы... Ну тут вообще... Вы играете тут 400 часов и до сих пор не знаете нормально правила, это первое. Второе, вам до сих пор какая-то суета в голову ударяет 400 часов подряд. О чем речь? Да не 400 часов подряд, Андрей. Но 400 часов наиграно у вас, и вы мне говорите про что-то наигранные часы. Да я просто хотел повеселиться. Ну, скачай игру какую-нибудь про машинки, включи музыку на колонках себе дома и езжайте вот куда надо. У меня нету колонок. Ну, бля, купи. А какую про машинки? Может, вы мне посоветуете? Я не занимаюсь всякими там, не знаю, раздачей советов и так далее. В общем, Non-RP-драйв ему давать или как? Заебал он, пожалуйста. Он заебал, правда, уже. Но нет слов. Суета ударила в голову. Ну, дебил. Я вас прекрасно понимаю, товарищ. Что это, блядь, такое, сука? Игрок, можешь убрать эти пропы? Уберите пропы. Ну ты не слышишь меня или же не хочешь слушать? Я тебе сказал убрать. Это говно. Блять, ну тупой что ли нахуй? Убери нахуй это говно, слышишь, блядь? Ну ты чё, не слышишь или ты глухой? Куда ты бежишь, блядь? Стой, говорю. Что мне посрать, если что-то на мне слышишь, ты скайпач тупой. Ебаный неграмотный ребенок, обезьяна отстала. 4 класса образования. Ты обезьяна отстала, ты вообще дворих ебала свой. Мудак. Отлично. Давай еще что-нибудь скажи. Мудак, ты если даже не слышал, знаешь, заткнул свое хлебало и дай мне веселиться. Пиздец. Просто пиздец. Ну прости, ладно. Да хуй соси, сын индейца ебливого спидозного. Нахер ты меня офлизил? А чем ты меня офлизил, дебил? Бля, что за дауны нахуй набегают сюда постоянно? Они, бля, какие-то вечно... Всё, ладно, пока я пошёл. Давай. Мама с работы пришла, видимо. Кусок бляди мелкой. Бля, я таких даже на этом не видел. На Мэджике, ребят, прикиньте. Тут столько покемонов, просто сбитой хоть заходи. Вот на самом деле я показываю, ребята, что бывает, вот последствия того, если ребенка не пиздят просто с рождения. Ну, конечно же, это в Dark RP, я имею в виду. Вы что, не подумайте. Ну, хедшоты не ставят. И это чревато вот таким вот поведением неприятным. То есть это недолюди, это даже не люди. Нормального члена общества, ну, такой недочеловек он не вырастет. Потому что в обществе прежде всего люди состоят и общество состоит из людей. Разных категорий, разных мировоззрений и так далее. Но это, то что у меня на роликах, это не люди. Чисто на карте мира выбрать какой-нибудь необитаемый абсолютно остров с кучей дикой опасной природы и туда их нахуй заселить. И как раз это будет идея для нового шоу. Выживание в очень дикой природе.